У вас кабель? Да. Нельзя к вам, да? Восемь лет. А? 8 лет. Он не ругается, знаешь, что боксеры, они мягкие очень. А у него нет намордника вашего? Вот краски мы не взяли сегодня. Нет, если можно вывести по... Я боюсь, если он у вас... Знаете, как сделать по-другому? Не, наш первый никогда не попадает. Если ваш агрессивный, то да. Мой добрый. Мы можем сделать проще. Сводить на поводках его? Нет, просто он сейчас точно... Нет, поздороваться, я держу, не переживайте. Я держу. Привет. Как звать? Если вас примет. Нас зовут Симон. Наш никогда первый вообще не контактировал. А сколько ему? Нам год. Год. Точно ничего не будет? Вот смотрите, если вот говорю честно... Просто не раз уже так говорят, а потом в итоге брак получит. Вот я говорю наш честно, вот если никогда. На нас рейкают, ну он мы может отреагировать. Мы спрашиваем всегда, если ваш нападает, тогда да. Не а вопрос. Так, если вот... Если ваш нападет, наш ответит. Вроде нормально, да? Ну вот, хвостом виляет. А если Тайсон на него лапу положит случайно, но он ничего ему не сделает? Тут как пойдет. Ну вот пока на поводках. Если хотите, отпускайте, я подержу на поводке, не волнуйтесь. Не, мне даже саму интересно подружиться. Да, ну просто, потому что, честно говоря, я боюсь. Нет, наш последний случай, если что, он защищает их. Ну, с кем он дружился. Какой красивый ты, да, Тайсон? Не, нормально. Смотри, он бы уже подрался. Если вы хотите попробовать, я подержу на поводке, вы можете запустить, я подержу на поводке, не вопрос. Не, на поводке не надо. Нет, вы можете спустить. Нет, на поводке они подерутся по-любому. На поводке подерутся? Да. Да надо отпускать и все. У нас боксером не дрался, Наташа. Ну вот еще не хватало, чтобы это было первое. Собака... А вы сможете ее разнять быстро? Я смогу. Я ему кладу вот так лапку. Точно? Вы не понимаете. Ну, все, отпустите тогда. Все, главное, не акцентируйте внимание ни на чем. Вот они, если сейчас будут играться, тот и будет доминировать. Иди. А он сколько? 8 лет. 8 лет. Вот так нормально, если... Ничего. Он ответит. Не. Тайсон! Не трогай. Да? Не трогай. Это стоп. Семен, не надо. Тихо. Семен! Сеня, спокойно. Вот. Так, все, он сдался. Все. Все, спокойно. Вот он сдался. Это хорошо. Нет, Бул, все нормально. Сень, спокойно. Да не играются. Главное, чтобы он дальше не начал продолжать его прижимать. Вот я здесь. Не переживайте, я прям вот здесь. Боксер здесь не... Мы знаете, с кем дружили в свое время и дружим периодически? Цезарь гуляет, боксер, Цезарь. У них еще маленький девочек. Сень, Сеня! А у них две собаки же. А вторая где это? У них девочка умерла. Тайсон, нельзя. Умерла? Девочка. Да ладно, Тайсон, иди сюда. У них был Тайсон, ко мне. Это что такое? Девочка от рака умерла. Тайсон, иди сюда. Это что такое? Ну мы дружили с ними, я знаю, они вон там живут. Они еще одну взяли, да, собаку? Они взяли пуделечка, да. Пуделя? Да, и получается у них Тайсон. Цезарь. И пуделечек. Семен. Все. Иди. Все, иди. Я тебе... Сеня. Семен. У нас просто первый. Ну, все-таки два кабеля, конечно, они могут это, в конце концов. Мы потихоньку смотрим. Все нормально. Цезарь, Тайсон, ты шикарный. Уйди отсюда. Сень, подойди ко мне. На, смотри, подойди сюда. Провоцируют. Все, идите гуляйте. Где? Вон, смотри. Кто-то лежит. Смотри, вон, идите туда. Не, ну это соперник-то вообще не видно. Нет, просто у нас всю жизнь были боксеры, что у мужа, что у меня. Да? Это став мы завели просто вот. А почему став после боксера? Потому что мы поехали за корги, блин. Поехали за корги, а привезли став. Привезли стафа, да. Но став все равно. Чем кто? Вы знаете, корги? Наверное, может быть, потому что вот последнее время будет предлагать в боксерах в клубах очень мало можно найти хорошего. У нас был всегда, знаете, мало, да. У нас был старотипный. Он был низкорослый, ниже, чем ваш Тайсон. Длинной мордой? Нет. У него была широкая морда, плоская. Ну, не совсем, прям совсем квадратная. Вот. Да, и сейчас Тайсон повернется. И он был весом под 60 килограмм. У него в холке было 65. 60 килограмм наш Макс весил. Кобелек. Вот морда примерно вот такая же, как у вас. Ни в коем случае не длинная, нет.
И Тигров. Это в каком году было? 94-й. А, ну тогда другие боксеры были, сейчас совсем другие. А вот сейчас, я говорю, поэтому мы его посмотрели и поняли, что найти такого же, ну, не знаю. Ну да, такого уже не будет, будет другой. Я вот тоже думаю, если вторую собаку заводить, потом сравнивать его постоянно. Семен? Где оттуда? Семен зовут? Да. Не, ну вроде. Вообще нормально. Респект. Молодца. Ведешься. Ну, морда у него, конечно, Семен. Ну, иди сюда, да? Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Ко мне. Семен! Иди сюда. Молодец. Поздоровайся. Семен, ну иди, да, я тебя поглажу. Ты не съешь? Здоровый, здоровый, да. Здорово, такой пёс. Пёс. Все, Тайсон идет, а то сейчас начнется. Тайсон, это у негра зовут. Это французского. Тайсон. Вы на нас поэтому не ругайтесь, он просто еще годовалый, и он еще не знает, как с кем себя вести. Просто многие собаки, говорю честно, его начинают в силу того, что он став вообще не воспринимает, и начинают просто, вот просто драть. На него. И он начинает огрызаться. Он огрызается, вот он порвал, да, в свои, за свой год он. Ближе к году, когда он уже ну, с двумя стафами. Вот стафами? Одному 4, другому 3. Все. И по два раза с ними сцепился на скоте. Просто и то пытались. Какой вообще допряг? Не, ну от воспитания, конечно, зависит, это не вопрос. Ну у вас лапешки здоровые, а? Ну просто сколько вот тоже сгуляли со стафами. Вот последний раз с девчонкой там в шестом, она говорит, не-не, все нормально. Ну играли. У них была игрушка, они просто игрушку бросили. Ой, нельзя. За игрушки все. Нельзя вообще, давайте. Первый раз мы сцепились, я вот сюда на эту площадку принесла две косточки. Не, так бы игрались, вот не за игрушки, да. Две косточки, представляете? Одна путала, и второму. Один ушел в тот угол, Семен уходит в тот, кладет свою и пошел отнимать вот ту. Вот две косточки. А второй раз они сцепились из-за игрушки, из-за мячика. Все. А так повода, если не будет, я думаю, нормально, да, Дома? Сень, смотри, Сень, иди сюда. Два мои сладкие. Каленый рот. Вот, папочки, пойдете? Тайсон, давай, залазь, Тайсон. Давай, Тайсон, вперед. Вперед. Давай. Давай, вперед. Семен! Тайсон, давай тоже, вперед, иди сюда. Давай, вперед. Давай. Молодец, давай, догоняй Сеню. Пошли. Давай, дальше. Вперед, Тайс. Вперед. Серьё! Я тищу. Это что такое? А тут еще один же став белый такой есть, да? Здесь их два, которых он порвал. Вон там на первом же. Одному 4 года, другому 3. Что-то они такие драчуны, да? Те. Ну, у нас, блин. Они теперь с нами не гуляют. Почему? Потому что они говорят, да этот, ты что, вообще зверь? Ты этот зверь? Ну, он отвечает. Он ничего. Он просто отвечает. Сам не провоцирует, да? Нет, никогда. Как зовут? Дима. Булат. Сеня, аккуратно, все. Хорошо. Все. Тайс, иди ложись. Отвали. Все, ложись так же, как Тайс. 60 грамм, то же 2. Они меня знают, самый вот маленький. Семен, отстань, сказал. Ну, Тайсон лег уже. Ты ему ворот, ты молодец. Ложись, Тайсик, отдыхай. Ложись. Вот, ложись. И представь, дайте на грудах. Нифига. Кобыл уже выше тебя, блин. Не, у него лапешки шикарные. Ну, клёв. Тайсон, ложись. Все, сидеть. А тут еще став есть Тайсон. Не видели? Тайсона мы не видели. Тоже. Французский бульдог есть, Тайсон. А став, рыжий, они вон там живут. Это не став. Нет, мы с ними гуляем. Я тебе показывал тогда. Это дедушка гуляет? Не, молодая девушка. Девушка молодая, вот. Девушка молодая с Тайсоном. Тоже Тайсон. Вообще никак на собак не реагирует. Нормально такое. Мы вот знаем, кого Стафа Норда. Белый вон там. Белый-черный. Вот здесь. Коннор. Все, они с ним. Коннор, как Коннор Варвар. А тот с мужиком. Не реагирует вообще.
тот с мужиком, да? Вот здесь Михаил и он. Ну он такой, он они прям через решетку он начали. Не, сразу, он сказал. Вот, он с Нордом дерется по пух и прах. А там что, где? А тот начинает Норд. А с Конором из 12 района, ему 4 года, вот сколько было времени. Они единственный раз подрались, знаете, с кого? Из-за девочки с палочки. Из-за палочки. Из-за палочки. И все. И с тех пор, знаете, что у нас? Вот он встречаются они... После даже вот такой небольшой драки они подходят на поводках, нюхаются, стреляют хвостами и цивильно расходятся в другие стороны. То есть вот у них хватает вот с Конором вот ума. Эй! Зависли? Да. Вы что? Вот это зависание, вот это вот. Вот это надо сразу пресекать, а потом уже. У боксера другая шерсть, он прям мягкий-мягкий. Да, мне кажется, ваш мягкий, а вот его другой мягкий. Это ваш мягкий? Иди сюда! Наша прям это такая, знаете, щетинка, свинка. Ну щетинка, потому что она короткая, а так-то он такой мягенький какой-то. Тайсон, нельзя! Тайсон, так лучше не делай. Тайсон, ко мне. Тайсон, иди сюда. Смотри, да, молодец. Все, молодец. Бог, хватит, все. Мало. Иди гуляй. Все, иди гуляй. Иди оттуда. Все, он сейчас рядышком ляжет, и все, Бол, успокойся. Все, он сейчас рядышком ляжет. Лежать. И все. Лежать. Ты ему год, да? Лежать. Ну такой здоровый, по год. Вот нам, в августе год исполнился. Ха-ха-ха, смотри, что взял. Да, Тайсон. Я отдохнуть хочу. Смотри. Ну вот только, ребят. Не-не-не, по-дружески, по-дружески только. Все нормально. Ну, Наташ, ну разнимайся. Нет, мы контролируем, все хорошо, я говорю, нормально. Да, контролирую я потом в конце все. Все хорошо. Вот, главное, вот... своими руками все контролируем мы. Все. Разнимание. Угу. Давай, засыпь, Никитос. Не надо меня засыпливать. Иди, покажу, что. Тернослив есть. Да, классно. Була, вот спать есть. Вот только то, чтобы, да. Сейчас пойдем в магазин. Пойдем, купим. Давай сейчас я приезжай. Съезжу просто. Ты же на велике. Ну, хороший. Возьми мою карту, мне на карточке 400 рублей. Не, зачем? Мне на карточке 400 рублей. А она тебе телефон. Никит, ты с нами сходишь до океана? Да. У нас там посылку получить, помочь, донести, ладно? Да, сейчас сообщение. Хорошо. Поэтому, как говорится, мы вот все, какие есть, мы вот тут, говорю честно. Да мы не ругаемся, мы только всегда со всеми дружим, если только на нас постоянно. Смешного, мы начали гулять, нам было 3 месяца, после всех привил, мы взяли вот 1.5 месяца, он был размером с его голову. Угу. Вот, вообще вот такая вот кроха. У него есть лучшие друзья, это самоедская собака белая, принц. Потом, здесь? Вот наш район, мы в 424 живем. Принц? Сергей Михайлович с ним гуляет. А, дед, я знаю, да. Принц. А Мишка тут еще ходит? Мишка другой. Он Мишка тоже. Но он доминантный Мишка такой. Мишка он с нами. Он Мишка на страну обходит. Он не любит нас. Он так, он поет, понюхает и уходит. Принц вырастил его с 3 месяца. Дальше. Вот здесь ходит Наталья с Моней. Раньше Дик был такой здоровый. Его зовут Моня. А, он, да, да, смесь да. Смесь такая, непонятная. Да. Кастрирован он. Да. Моня такой вот. Он крупный, ростом с вас. Ну, такой он. Лохматый, я знаю. Да, мы с ним игрались, да. Я здесь всех знаю, почти. И получается как? Вот мы выросли, вот. Гулял с нами Маламут из 12-го района, зовут Грег. Он пришел к нам в компанию, самый последний. Тайс, иди сюда. Бол, не надо, Бол. Булат, не надо, говорю. Не лезь тут, что надо. Грег, не надо. Иди сюда. Грег, не надо. Это тоже любитель Тайсон, да. Если он ему дать колесо, то они точно подерутся. Не знал, что вот здесь живет наша тоже. Не, он не кусает, он только прижимает. Его постоянно, вот у него вся морда покусанная. Он вообще у меня добряк. А у нас вон. К нему вообще вопросов нет. Вот честно говоря, боксеры нас, что вон, злые были, но никогда. Вон, все. Не... Белесы уже. Белесы. Все, шерсть. Вот здесь живет 450 или 51 корпус. Дик. Он хаски, разноглазый, черный. Хаски разноглазый. Не знаю, да, 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 да. Но он тоже к нам пристает, он как. Раньше игрались. Тайсон, иди сюда. Иди сюда. Тайсон. Вот. Булат. Сеня. Иди сюда. Сеня. Булат. Ну что Булат такое? Сеня. Видел? Угомонись. Тайсон. Ну, перестань, он не укусил, когда ты убил. Иди сюда. Сеня, перестань. Иди к маме. Где мама? Мама где? Иди.
дик, он через не, пресекать надо сразу. Сразу, он да. А то он уже заводиться начинает, его надо сразу. Да, этот нет. Раз нас видит, нормально гуляем, а раз у дика настроение, он подходит к Сене, обнимает его сзади, все, они сцепились. И вот получается у нас вот, раз прогулка нормально, они могут играть, а раз прогулка может... Тайсон, иди-ка. Он вообще красавец, правда. Прям красавец, я прям в восторге, честно. Ты чё? Иди. Булат, хватит. Ну и вот, и получается, на принца стал Дик нападать. Ага. Вот тот Дик. Но он тоже стал на нас нападать, поэтому что они гуляют. Сеня? Он вклинивался. Вот смотрите, вот Дик, это принц. Сеня вклинивается между принцем и Диком, и Дик отталкивает грудной клеткой, просто отталкивает. Отойди, отойди. Он не кусает Дика, но он прям отталкивал его. Вот мы вот так вот гуляли. И хозяйка Дика говорит, ничего себе, а мы говорим... Ну да, вот такая вот дружба. Молодец. И вот все взрослые кобели, которые старше ты его молодец. С детства, ты вот молодец. Несмотря на то, что вот он став, знаешь, что он делает? Дайся. Бол, аккуратней, пожалуйста. Все, он тебя что... предлагает. Давай. Не надо нам такие предложения. Сейчас. Не, брось. Плохо кончится это все. Брось, сейчас Тайс будет отбирать и все, не надо. Семен, брось. Тайсик, иди сюда, на. Тайсон, на палочку, Тайс. О, хороший. Наташа, только... Семен. Брось, говорю. Ты, конечно, хороший, но лучше не надо. Брось. Тайсон, сейчас вот из-за этого сейчас будет. Семен. Семен. Тайсон. Семен. Тайс, ко мне. Тайсон. На. Иди сюда, Тайсон. Все. Все, не надо вот эти вот провокации лишние. Семен. Семен. Вот вы не умеете. Вот мы бегать. Я просто боюсь вот такие стычки, потом у Тайсона сразу что-нибудь прокусное получается. Поэтому... Ай-яй-яй. Ну, погони его на эту. Вперед. Нет, вот на... Сень, иди вон туда. Вон туда. Сеня, мы рады с тобой были познакомиться, но мы пойдем слышь, дальше гулять. Колбасу, блин. Спасибо огромное, что вы хоть поиграли. Он мягкий, он реально мягкий. Ну, вы почаще, да, с собаками, чтобы он это... контактировал. Мы со всеми играем, честно говоря, со всеми играем. Сеня, а ты не хулигань, ты мы добрые. Тайсик, пошли, Тайс, ко мне. Сень, на, смотри. Семен. Семен, иди. Мам, все, до свидания. До свидания, спасибо огромное. Мама, вам тоже спасибо. Мама. Все, пока. Давай, удачи. Сеня, пока, Сеня. Классный пес, классный. Да, Тайч? Что-то первый раз вот видим. А мы в шестом. Вы в шестом? Ничего себе. Не, я здесь раньше жил в 426-м, потом я переехал туда, поэтому мы всех знаем. А вас первый раз вижу. Вот, ну 424. Первый раз, конечно, ну год свой. Ну я как раз год назад и переехал. А так мы всех собак здесь знаем, если что, передавайте всем привет. Спасибо, Тайсон приходил. От Тайсона, да? Да. От Димы, от Тайсона. Тайсик, пошли.